Всем привет, дорогие мои друзья, хорошо вам настроение, с вами Рэй, продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя Сила Порталов. Так, ну что, надо нам запрыгивать в очередной портал. Мы с вами в морозном мире, ну, будем его допроходить сегодня. Так, нет, нам Нью-Йорк не нужен, а вот морозный мир вполне. Так, и мы с вами остановились вот на шестой миссии. Отлично, выбираем Лео. Костюмчиков у нас до сих пор нет новых для него. Ну, кроме как скейтбордиста. Так, и Рафик. Рафик дурится. Ладно, все это ерунда. У нас с вами шестая миссия. Используйте тяжелую атаку, чтобы оглушить солдатов фуд-щитами. А что значит тяжелую атаку? Не знаю, что это значит. Так, ну что же, приступим. И у нас здесь, ага, фуд-ниндзя вышли. Херак, берегись. Так. Ну, их тут три штучки всего. А, вот, четвертый убежал. Да понял, я понял, что берегись. Так. Нет, я не буду лезть, ребят, на рожон. Я буду вот так вот дурковать. Пицца, пицца халапеньо мы получили. Так. Позор всех ниндзя. Вот это ты правильно говоришь. Что эти футы — это позор всех ниндзя. Блеск! Замечательно. Давайте, давайте. Блин, да хорош там кучковаться-то, ё-моё. Так, вот этот удар мне вообще нравится. Обалденный. Он их стопорит капитально. Они все как в шоке. Лучше не вставай. Кто следующий? Так, а мы с вами продвигаемся дальше. Бежим, бежим здесь. Какая-то крепость, да? Знаете, мне такое ощущение, что мы находимся с вами в этих... где-то в горах-то, в Тибете. Костюм рыцаря, ребята. Шикарно. Теперь мой Лео такой же имеет костюм, как и Рафик. Но только он у меня смотрится довольно прикольно. Я весь такой беленький. С синенькими надписями. Так, ладно. Давай, давай, не будем отвлекаться, ребят, надо их валить. Вот и конец. Подожди, еще пока не конец. О, да, ты попал под панцирь. Дай-ка, нет, здесь ничего у нас нет в этом ящике. Продолжаем бомбить. Слушайте, интересно, вот этот вот костюм, он мне дает какое-нибудь преимущество? Там, силу атаки увеличит или еще что-нибудь? Что-то я пока не заметил. Меня, подождите, кричит Майк. Вау, прикольно, прикольно, прыгаем. Слушайте, ну для Android-версии игруха довольно прикольно сделана. Вот то, что я вам скажу. Так, опять эти морозные големы. Я устрою вам ледяной душ. Да, конечно, ты устроишь. Так, у нас тут пицца есть. Мы ее пока не будем пробовать, да, наверное, ребят? Да кто схватил, ё-моё, а? Кто-то схватил пиццу, а? Я хотел ее... Ну что ж, давайте, наверное, суперудар использовать. Вау. Добавим огоньку. Вот огоньку бы как раз бы здесь не помешало добавить. Потому что здесь кругом лед. А они боятся наверняка огня. Так, в том же ритме, братцы. Так, у нас еще один суперудар, ребята, есть. Опа, понеслась. Охладитесь немного. Так они и так охлажденные. Куда же им еще-то охлаждаться? Так, что-то тут ты, Майк, попутал. Поднажмем, парни. Поднажмем, ё-моё. Все, разобрались. Погнали тогда далее. Ну, что у нас тут? Опять големы или нет? Опять эти мелкие. Ну, по ходу дела, они будут в каждых локациях у нас. Големы, ниндзя, футы. Так, давай. Шикарно. Шикарно просто, вообще. Донни, ты молодец. Так, у нас есть, ребята, суперудар. Суперудар нам, наверное, здесь не помешает. Четко простой. Ну что, с тебя хватит? Я думаю, что с них еще не хватит. Они же неугомонные, они не понимают, что им всем уже крышка. Как говорится, заранее. Все, вот это класс. Да, найс. Сила ниндзя, друг. Блин, а этот же у нас когда-то был боссом. А теперь что, он просто так? В виде обычного моба вышел?
Скоро вы все замерзнете, орет этот придурок. Застыньте! Да, кстати, он ребята замораживает. Не стоит этого забывать. Так, ну-ка. Давайте-ка суперударом бомбанем. Блин, я думал, что он будет бомбить по големам, а он чуть на босса сразу переключился. Блин, нам нужно набрать, ребятушки, 50 ударов для комбинации. Да, пожалуй, наберем. Ты что, они все за мной-то увязались? Ну? Слушайте, очень мало жизни у нас. Пора взяться за дело всерьез. Давно пора. Ох, наконец-то мы его забомбили. Все, теперь остались только мелкие. Шок и трепет, детки. И суперудар у нас накопился. Неплохо. Так, ну главное, что мы прошли все-таки, ребят, с вами этот уровень. На один кристалл. Ладно, фиг с ним. Так, забегаем все в портал. Майка просто туда затащили. Он даже не сам туда побежал. Так, в разрушенных предметах можно найти пиццу. Да, такое ощущение, что лучше их не разбивать. Потому что как только я разобью, сразу кто-нибудь что-нибудь схватит. Ого, а это у нас кто такой? Что за босс? Я, честно говоря, не знаю. Я такого даже и не видел, по-моему. Так, замороженная пицца наполняет все специальные атаки. Ага, понятно. Причем, наверное, у всех. Мы опять с вами в этих руинах. Куда они нас приведут, я пока не знаю. Но ниндзя точно приведет к фиаско полному. Смотри, смотри, смотри. Раздухарились, ребятушки, а? Давай-ка поднажмем. Берегись! Так, ребят, у меня... А, нет, суперудара у меня пока нету. До него нужно еще накопить силу. Отлично прижал. Ну что, блин, не можете справиться уже с этими двумя ниндзями? Пицца с анчоусом. Кто-то уже все-таки схватил, блин, а? Так, портал, кто-то будет выходить. Вторжение крэнгов на землю началось. Да, конечно, началось. Как началось, так и закончится. Я бы даже сказал, закончится, не успев начавшись. Так, нормуль. Правосудие по черепашьи. Ну да, в принципе, почему бы и нет. Куда мы здесь, интересно, идем? Все выше и выше. Действительно, как в Тибете. Так, опять големы и дроиды здесь у нас уже, да? Ладно. Давай, Донни. Жги. У нас суперудар есть, ребят. Суперудар. Мне нравится быть черепахой. Вот и конец. Слушайте, а Майк, он без остановки на учаками, Маш, смотрите, просто у него такая аура. Оу, сила пиццы. Ну что ж, давайте добивать этих сосунков. Ага, еще один портал. Блин, как бы мне укрепить мой отряд? Вообще, это реально или нет, а? Буякаша! Вот так! Отлично! Буякаша! Донни, ну что ты там, дурачка, валяешь, а? Кавабанга! Да ты достал уже со своей буякашей. Так, давай, давай, давай. Постой, постой! А фиг ли тут стоять? Нам нужно двигаться дальше. Портал. Очередные порталы у нас есть. Ну, а здесь у нас дроиды, да? Так, сейчас будет у нас суперудар скоро. Есть, уже есть, ребята. Кавабанга! Гейм овер! Конец игры. Так, ну, давай зажарим. Да смотри, мы вдвоем его с Донни бьем, и ему пофиг этому голему мелкому. Так, ну вот эти вот ватные, их сразу разбираем, они даже пикнуть успеют. Покажем им, что мы умеем. Медвежья атака. Сражение только началось. И тут же закончилось для вас. Олухи, блин. Так, а тут еще выходит у нас, да? Сейчас вжарим мы ему. Вот так вот. Так, ладно. Нужно торопиться. Хорошо, что нужно торопиться. Опа-на, такие встали в рядок. Сюда, значит, вниз, да? Хорошо. Ну и... Ага, какой большой щит. Пожалуй, не стоит идти в лобовую атаку.
Уверен, я смогу оглушить его тяжелой атакой, и тогда вы наброситесь на него. Это у нас получается типа босика, что ли, да? Ага, смотрите-ка, он в ауре какой-то щитовой. Ну ладно, хорошо, у нас тут пицца еще есть. О, да он ватный, вы посмотрите, как мы его разбираем. Я-то думал, тут будет такой крепкий малый. Суперудар. И... Фи, сынок! Куда он вообще вышел-то? Против кого он хоть знал? Против черепашек вышел-то, ё-моё. Быстро мы его расколбасили. Эх, чуть-чуть не хватило до третьего кристалла. Ладно, фиг с ним. Мы, главное, что переходим с вами на следующую миссию. Там, по-моему, две миссии, и у нас будет уже там босс. А босс у нас здесь будет, по-моему, Бибоп, да? Именно в Морозном мире. Да, именно он. Так, что ж, продолжаем восьмую миссию. Так, костюм рыцаря. Я надеюсь, мне дадут сейчас Лео, а то за Рафа я как-то не особо хочу играть. Мне как-то он не особо нравится. Хоть он и шустрее, если честно, но не очень нравится. Я лучше за Лео. Нет, я опять за Рафа, ладно. Так, пицца. Впечатляющий. Пицца халапеньо. Пока, Олу. Так, а вот это вот плохо. Пора взяться за дело всерьез. Попробуй мои когти на вкус. Черепахи так медлительные. Ваша победа позор для меня. Мишка, пока ты там орал, мы тебя уже заколбасили. Получай. Еще что ли, а? Мы зажигаем. Замечательно. Есть еще? Нет? Чудно. Так, у нас, кстати, суперудар накоплен. Это хорошо. Это очень хорошо. Ну, здесь особо нам ждать некого. Никаких боссов не будет. Будут вот эти вот, наверное, големы у нас тут постоянно выходить, да? Как говорится, ледяное мясо. Вас ждет холодный прием. Костюм волшебника. Вау, еще один. И это уже для Майка. Что же, это хорошо, ребята. Это очень даже хорошо. Теперь у нас будет два электрических стана и два копейных удара. Я доволен. Так, давайте-ка этих сосунков, медвежонков разберем. Это по черепашечьи. Так. Неплохо, черепахи. Это тебе. Уступить рептилии? О да, ты попал под панцирь. Вот они. Достойные противники. Конечно, достойные. Вот орёт-то хламон, а. Работают профессионалы. Ой, Майк, ну ты мне поражаешь все время. Чем-нибудь доляпнет, а? Но он всегда был таким бесшабашным хвастуном. Раф у нас такой, знаете, более серьезный. Лео, конечно же, предводитель всей этой бригады. Ну, а Донателло, как вы помните, ботаник у нас такой. Пицца здоровья, отлично. Пицца, да, пицца прибыла. Блин, где суперудар? Ребята, мне нужен суперудар. Я имею в виду мощный, который действует на всех сразу же. Так, так, так. Люблю, короче, с этой, с вертуха набить. Отличненько. Все, дожарили. Нет, еще не дожарили, ребята, но... Ну сколько еще их тут, а? Выбегает и выбегает. Достали уже в корень, если честно. Все, осторожно, офигеть, осторожно-то. Давай бей их. Смотри-ка, а, не валяшки, Ваньки, встаньте. Последний остался. Упади и не вставай больше. Так, что мы с вами, ага. Блин, я думал, сейчас мы наверх будем, ага. Как же наверх, вниз? Все это у нас идет вниз дело. Вас ждет ледниковый период. Так, очередной големушка, да, значит? Слишком холодно для хладнокровных. Да, конечно, холодно.
Застыньте! Опа-на! Двоих черепах у меня сразу, а? Заморозил. Но когда я нажимаю на суперудар, они сразу оттаивают. Так. Давай жарить, жарить. Покатушки! Да уж какие тут покатушки могут быть? Давай, 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 давай. Пинай, пинай, пинай этих гадов. Ну-ка, суперударом. На-ка, выпусти. Застыньте и сдох. Дело сделано. Вот и конец. Так, подожди, еще не конец. Но их тут дофига. Да, разберемся с ними. Давай, бомби, главное. Лео, ну что ты тупишь, а? О, все. Кто следующий? Никого? Но главное, что мы этот уровень все-таки прошли. Это самое главное. И у нас остался последний уровень, где мы будем с вами с Бибобом драться. Хотелось бы посмотреть, что он из себя вообще представляет. Вот он. Так, у нас Бибоб, потом, по идее, должен быть Рокстеди. Ну, а дальше я не знаю, кто у них тут в этой игре будут, что за боссов они сюда включили. По идее, Шреддер, да, Крэнк должен быть. Вся эта шелупень, шайка-лейка. Так, ну и... Братство черепах. Мы получили с вами достижение. Экипируй два рыцаря и два волшебника. Ну, мы так и сделали. Ну что, хватит с тебя. Замороженная пицца. Ага, мы восстановили себе все суперудары. Но дайте мне суператаку, суперкомбо. Ну вот единственное, что мне не особо нравится вот эта вот тяжелая атака у Лео. Он бьет этой палкой. Так, ну все, суперудар у нас накопился. Это хорошо. Сдохнут, нет? Сдохли. Дело сделано. Двигаемся далее. Мне нужен Бибоб. Где он? Где этот гад? Опять големы, ё-моё. Я уж думал, до босса дошли, но нифига. Ну хотя действительно, да, слишком быстро было бы. Жарим, жарим, гадов. Да что-то у вас тут дофига слишком, а? Да, мы им сейчас покажем, на что мы способны. Вот так вот. Я все время где-то в стороне бегаю. Постоянно. Тихо, тихо, захотел меня ударить. Ну-ка, выкуси мой суперудар. Слушай, довольно неплохо жарит, если честно. Но тяжелая атака меня не совсем устраивает. Хотя она и круговая. Как-то очень мало наносит урона. Ну что ты, фут, лезешь-то, а? Прям под меч. Нет, суперудар мы пока не будем с вами тратить. Прибережем его. Все, последний голем сдох. Ну что ж, двигаемся далее с вами. Все выше и выше и выше. То спустимся, то поднимемся. Неугомонные мы все-таки. Опять големы, пицца здоровья. Пока не будем тратить, ребята, потому что у нас хп почти полный. Я надеюсь, никто не схватит ее. А, сейчас, наверное, коснуться, да? Прости, я не нарочно. Кричит Майк. Черт, я сам же ее и тронул, блин. Пришла зима. Конечно, пришла зима. Давай, выходи сюда, ледяная комета, блин. Ну, опять он свои лапы, да? Остынь маленько, сейчас я тебя вот так вот. Взад тебе копьем, как говорится. Застыньте! Ну давай ты уже падай, зараза, а? Вы заморожены! Гад, меня заморозило, а? Выкуси! Когда что упадешь, то ё-моё, ну в самом деле-то! Берегись! Мимо, промахнулся, никого не заморозил, Волу. Упал и разбился. Слушайте, у нас очень мало хп, ребята. Очень мало. Скорее, ниндзя.
Но где босяра-то будет, ё-моё? Мне уже не терпится. Вот холодрыга. Парни, сюда! Выходи поиграть, Бибоп! Черепахи, здесь? О нет, как вы сюда попали? Дайте угадаю, Сток он опять выронил свою портал-открывалку. Главное, поросенок, что мы здесь, и скоро вышвырнем тебя обратно в Нью-Йорк. Погнали, ребята, разберемся с этим свинотой. Микки, оставь нам кусочек. О да, специально для Микки. Пицца. Так, где, ребята, суперудар? Фантастика! Это тебе. Сейчас я ему пропишу. О, ребят, кстати, суперудар накопился у нас. Блин, а Бибоп куда-то скрылся. А где он вообще находится? А, он невидимкой становится, ё-моё. Так, вот пицца здоровья как раз вовремя. Мой стиль не подражаем. Оу, досадно, говорит Бибоп. Выходим на новый уровень. Ловите. Хорошо бы черепахой. Так, ребята, дожариваем его. У него совсем немножко осталось хпшек. Ну, что он там встал? Где он? Куда он исчез? Я его не вижу. Не вижу я его, блин. Это у нас футы. Футы — это все фигня. Сейчас мы их расколбасим по бырику. Лучше возьмите пиццу. Ну, Бибоп орет, а? Какой-то бумеранг запускает у нас. Так, сейчас я его вжарю, ребята. Вот так вот. Все, что ли? Я возьму реванш в Нью-Йорке, лузеры. Да, мы будем там. А, вот и все, ребята, мы его прошли. Слушайте, ну как прошли? Мы его одолели, но он опять смылся. Все, мы прошли с вами морозный мир. И это хорошо. А знаете, почему хорошо? Потому что мы переходим с вами в следующий мир. А как он называется, я не знаю. Сейчас посмотрим. Бибоп очень увертлив. Сгруппируй черепашек так, чтобы все твои удары достигали цели. Да лохмандею на самом деле, как вы сами видели. Так, здесь у нас... Да, все пройдено, как видите. Кроме вот этого секретного уровня. Я уже не помню, что там нужно. Ну, если вы так хотите, пишите в комментариях. И я... попробую зайти в него. Так, а здесь нужно пройти три первых мира, чтобы попасть вот в этот портал. Так, хорошо, вот у нас первый — это Нью-Йорк, второй — морозный мир, и третий — магма мир. Мир магмы. Отлично, о, тут у нас... тут у нас будет Рокстеди. Ну что же, на этом, ребята, завершаю это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если понравилось. И всем пока, до скорых встреч.